вот это просто Golden Rain. То, что после Посейдона, это Golden Rain 2. Заходим. Здесь есть русскоговорящий персонал. Отель в городе на второй линии. Ресепшн у нас. Крохотный. Будем, да. Саша. На восьмом этаже. Это Делюкс. Простенько. Ну, окно как таковое вот там, еще одно большое. Еще раз покажу, кровать чем-то очень невкусно пахнет. Балкона нет, да? Вот зона ТВ. Ванна. Ванна со шторкой. Есть сушилка, приятно. Бассейн есть. На крыше. Сейчас спускаюсь по лестнице Голдена. Хочу вам сказать про него. Номера очень простые, скромные, не такая уже пожившая. Видно, что она пожившая. Есть бассейн на последнем этаже. При поселении еще взимает депозит, только паспорт. Что еще? У нас нет собственного пляжа, но можно взять пляжные полотенца. И берем их под депозит 50 тысяч долларов. Под 200 тысяч долларов, простите, пожалуйста. Номера, еще раз скажу, что размеры нормального. Мы смотрели Deluxe. Не посмотрели другую категорию номера, нет в наличии, как предзащита. Но находится в очень хорошем месте. Реально в очень хорошем месте. Но такой вот. Внутри простенький, хорошенький. Ну, то есть, смотрите, по цене, если он по удачной стоимости, то брать можно, не рассчитывая на очень большие изыски. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.